Что касается экрана, экран имеет какое-то олеофобное покрытие 100%, потому что вот так вот он выглядит после примерно 20-минутной работы с ним. Видите, есть следы, но они достаточно такие. Ну, в общем, я вам сейчас покажу примерно после такого же времени работы Galaxy Tab, и вы можете сравнить. По-моему, разница очевидна, да? Все-таки отпечатки на стекле Razer более приглушенные какие-то, они не так бросаются в глаза.